Здравствуйте. Прямо сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе на 16 июля. Здравствуйте. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике Саха-Якутия остается напряженной. Республика находится на втором этапе снятия ограничений по новой коронавирусной инфекции. За последние сутки в Якутии зарегистрировано и выявлено, по данным Роспотребнадзора республики, выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 41 новый случай приходится на город Якутск. И непосредственно хочу обратить внимание, какова раскладка идет у нас по улусам районам республики. 7 новых случаев, к сожалению, не удается остановить сегодня инфекцию, зарегистрировано за Мегино-Кангаласским улусом. А растяжка самого по себе вируса, в общем-то, осуществлена, произошла в Мегино-Кангаласском улусе по большинству сельских населенных пунктах. Поэтому сегодня еще раз обращаем внимание на необходимость со стороны республиканского штаба усиления работы оперативного штаба Мегино-Кангаласского района. Понимаем, что он является районом транзитного перехода. Тем не менее, на соблюдение гражданами самих правил санитарно-эпидемиологического благополучия. 4 новых случая зарегистрированы на территории Алданского района. Это ситуация, которая вокруг Чистомотского психоневрологического диспансера полностью, как я уже говорила, с пятницы взята под контроль. На настоящий момент в Томутском диспансере работает, в интернате Томутском, работает усиленная бригада медиков для того, чтобы непосредственно сохранить здоровье как постояльцев, так и работников. К сожалению, необходимо обратить внимание на то, что достаточно долгое время на территории Чурапчинского улуса строго соблюдались все правила. Однако на этой неделе было допущено нарушение правила и было проведено мероприятие, на котором был собран народ, в общем-то, массовое мероприятие, да, мероприятие частного характера, и, как следствие, 2 новых случая в Чурапчинском улусе. Необходимо обратить внимание, что по одному случаю у нас сегодня зарегистрировано в Булунском, Ленском, Нерюнгринском и Хангаласских районах республики. В основном все эти случаи, безусловно, являются подконтрольными. Что касается Булунского района, мы всегда обращаем внимание на севера, потому что в любом случае на северах особое внимание, они у нас всегда, эти зоны оставались и считались как чистыми зонами. Опять же, случай связан с завозом наших командировок, которые приезжают работники для того, чтобы осуществлять свою текущую деятельность. И опять несоблюдение режима. За последние сутки в целом у нас из стационаров республики выписано 108 человек. Я хочу обратить внимание сегодня на 2 позиции, которые часто достаточно возникают и вызывают многие вопросы. На настоящий момент медицинская помощь, так же, как и месяц назад, оказывается непосредственно в республике Саха-Якутия на 3 уровнях. На первичном амбулаторном уровне и на уровне инфекционных стационаров. В одном только городе Якутске под инфекционные стационары у нас задействовано 11 корпусов разного рода зданий. И на настоящий момент около 500 человек у нас находится в инфекционных стационарах города Якутска. Необходимо обратить внимание, амбулаторно по правилам и методикам лечатся те, у кого легкая степень заболевания. И они непосредственно должны постоянно находиться на связях с врачом и при необходимости ставить в известность врача или вызывать скорую помощь при ухудшении состояния. Второе состояние, второй уровень – это средняя степень тяжести. Соответственно, здесь мы в основном работаем и лечим в инфекционных стационарах первичного звена. И если уже тяжелое состояние у нас больного, то он лечится в нашем высшем уровне. Это Якутская республиканская клиническая инфекционная больница, которая осуществляет свое лечение на, соответственно, как самостоятельно, так и на базе телемедицинских консультаций с городом Москва. Вот это вот такова сегодня и форма лечения, и ситуация. Что касается наличия медицинских препаратов. Республика Саха-Якутия в начале мая месяца была включена в 35 регионов, в которых непосредственно проводятся клинические испытания новых препаратов. Поэтому сегодня
сегодня все новые препараты, которые действуют на территории Российской Федерации, поступили в наши стационары и имеются в полном объеме у нас в целом. И необходимо обратить внимание, какие задачи сегодня ставит оперативный штаб. Оперативный штаб сегодня ставит задачу Росздравнадзору вместе с Министерством здравоохранения Республики сократить время ожидания анализов. Анализы мы также продолжаем брать в 11 лабораториях в целях улучшения ситуации. Дополнительная лаборатория открыта на базе городской больницы номер 3 в городе Якутске. Такова ситуация на сегодня. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией на 16 июля. Оставайтесь с нами.